Я и мой хвост. Учимся понимать животных. Еще пару слов про озонатор. Вот у меня сейчас уехали три собаки. Да. Озон тяжелее, это О3, он тяжелее воздуха. И если вы озонируете, нужно ставить наверх. И вот я сейчас буду проводить дезинфекцию, тем более цыплята будут появляться. Я включу его на 20 минут. Он производит вот этот вот 6 граммов в час. Этого вполне достаточно на 20 минут для вот такого огромного помещения. Для того, чтобы продезинфицировать все. И не 6, 60 граммов в час он производит. Вот я разложил предварительно вымытые поддоны от клеток. Я его сейчас включу, выйду из этого помещения. Он будет стоять на таймере на 20 минут. Через час я сюда зайду. И он уже продезинфицирует все и сам распадется на воду и на кислород. То есть здесь будет, как говорят врачи, запах здоровья стоять. Такой, как после грозы будет воздух. Вот 100% он убивает все запахи. И вступая в реакцию с оболочкой клеточной вирусов во всевозможные бактерии, он просто ее разрушает. Поэтому дезинфекция будет полная. И туда, куда не проникнет хлор, когда вы тряпочкой будете дезинфицировать, газ проникнет везде. Даже в мебель. В обувь, в мебель. То есть произойдет полная дезинфекция. Но больше 10 минут при работающем озонаторе находиться в помещении нельзя. Я выхожу вообще. Выхожу, через час захожу, открываю окошко. И здесь вообще такой запах просто, вот как свежести после грозы. Так что подумайте над приобретением этой вещи. Оно реально работает.